Triple kill, motherfuckers! Triple kill, fuple kill! Да! Десятирапл kill! Эти, кстати, ребят, напишите мне, кто уже ультра kill! Давай, жарь! Давай! У-ху! Эй, йоу, всем привет, братишки и сестренки, с вами, как всегда, Шумору, и добро пожаловать в Танки X. Да, ребята, сегодня Шумору поиграет в танки. Многие ребята меня просили поиграть в эту игру довольно долгое время. Это не симулятор танков, в отличие от подобных проектов игр про танки, да, от многих, а аркадный такой шутер, довольно интересный, динамичный, насколько я понимаю, командный. И, соответственно, я хотел бы попробовать в него поиграть, тем более мне подарили промокод. Я не знаю, что этот промокод делает, но давайте посмотрим, что промокод сможет нам дать, ребята. Давайте нажмем активировать. И, кстати говоря, ребята, кто хочет поиграть со мной, ссылочка на игру будет в описании. Так, что же у нас здесь и есть? Нихера себе! Шафт, Смоки, XT, еще так... Нихрена себе! Нихрена себе промокод! Смоки, Викинг, XT! Господи, мне кучу танков дали, что ли? Господи, боже мой, это когда-нибудь кончится? Ребята, это как открыть у Гейба 10 ножей подряд. Изида, Херида, Васп, о господи! Новый предмет, Хантер XT... Ребята, какие ресурсы X100? Все, кончилось? Кончилось, да? Все хорошо? Все хорошо? Или нехорошо? Или хорошо? Хорошо вроде бы. Все хорошо, ребята. Так, у нас, значит, смоки с вами. Давайте посмотрим, что можно сделать вообще. Скины, покрытие, сталь, покрытие, граффити, снаряды. Граффити, подождите, револьверы. А это что-нибудь мне как-то стоит мне каких-то денег? Ну-ка, установить. Установить револьверы. И куда я их установил? Так, установить я не знаю куда. Подождите, а каким образом? Характеристики, внешний вид. Я хочу установить вот эти вот револьверы. А, это на пушку я установил, на корпус. На корпус давайте жар-птицу поставим. Можно поставить на корпус жар-птицу? Так, не знаю, как это работает пока. Так, розовая. Розовый танк будет у нас. Да, будем пердолить на розовом танке, ребята. Так, ладно, я хотел бы вообще на самом деле вначале поиграть на вот таком вот обычном танке. Я понимаю, что у меня сейчас дохренище есть, всего интересного. Но хотелось бы поиграть, наверное, на том, что у нас сейчас с вами имеется в наличии. А это розовый танк. Играть за Фронтир, играть за Антей. Ну давайте поиграем за Фронтир. Тут вообще интересно, есть какой-нибудь баланс и так далее. Ну давайте проверим сначала в деле, как мы с вами будем вести себя. Сейчас поиграем за этот танк, потом поиграем за другие. Так, башня, огонь, ZX. ZX, пробел, огонь. Так мы можем откатываться, тут все воюют. Твоя команда заработала. Я не хочу сразу начинать с поражения. Эй, пожалуйста. Мы сразу получаем какие-то кристаллы. Подождите, я розовый танк, я танк-девочка. Я хочу играть. Ну, прикольно то, что, конечно, тебя вкидывают не сразу же в бой. Как бы, а... Ни хрена там замесы, ребята. Так, как мне стрелять? Как мне убивать противника максимально эффективно? Я хочу нашлебонивать, уничтожать. Блин, ребят, мне нравится динамика. Мне нравится то, что это не выглядит... На тебе, пиздюк! Ребят, 405, не знаю, убил ли я, вроде бы не я убил. Вроде бы наших ездит много. Вон там, вон наверху. Интересно, а как целиться? Как целиться пушкой воздушкой своей? ZX башня. Башня поднимается, опускается, видимо, у нас каким-то образом. Либо что-то такое. Хрен его знает, сейчас будем разбираться, ребята. Вон там, вон наверху ездун. Блин, как меня подкидывает танк, ребята, на гусеницах. Посмотрите на эту физику. Наверное, когда враг становится выделенным, мы, соответственно... Это рататашечки! Что за космос? Космос и джунгли, космос и джунгли. Туда нельзя выкидываться, видимо, да? Ребята, меня сразу же погружает в такую вот мясорубку дикую просто. Я даже не ожидал этого. Что? Посмотрите, жопу поднимает. Это что, луна? Мы на луне где-то, я понял. Мы где-то на Луне, у нас невесомость, ребята, танки в невесомости, черт побери. Так, тихо, спокойно, ты едешь вперед, тебя подкидывает. Так, это угар, это просто угар. Ну-ка, пушка. Да, когда танк выделяется, видимо, тогда мы попадаем по кому-то. Тут какие-то мощные пацаны, нужно аккуратненько подъезжать, как мне кажется, потому что здесь вообще какая-то дичь творится. Здесь какая-то дичь. Вот так вот первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Они пробиваемые?
Я дымлюсь! Меня дымит! Блядь, я столько раз по нему попал! Так, подождите-ка, мне это не нравится. Эта пушка какая-то довольно слабая. Я чувствую, что я здесь буду посасывать. Давайте посмотрим, что у нас есть за модули. Давайте попробуем поменять. Сменить пушку. Скины, покрытия, смоки, смоки, смоки. Я хочу посмотреть что-то. Вот, давайте вот такой вот модуль поставим. Мы сменим вот такую вот пушку. Мы сменим корпус. Да, мы сменим корпус. Нужно сменить корпус. Корпус. Это пресеты тоже сохраняются, насколько я вижу, да? Так, гараж. Сменить модули. Корпус. Пожалуйста, выберите слот. А корпус я сменить не могу, да? Или могу? Могу же, да. О, здесь есть маленький, большой, жесткий. Вот такой хочу корпус. Давайте вот такой вот корпус посмотрим. Броня, масса, скорость, ускорение. То есть, видите, куча еще и модулей есть. То есть мы можем снять или поставить какие-то модули. Не хватает ресурсов. У нас здесь повышенный урон, усиленная броня, фокусировочка. Ну, давайте проверим, что, во-первых, вот эта вот за пушка. Интересно, а почему так мало людей? Где-то много людей, да, получается, в игре? А где-то их какое-то... Ой, другая карта, интереснее. Вот это мне больше нравится. Это как-то более реалистичнее. Тут все повыходили, что ли? Давайте посмотрим, что мы сможем с вами здесь наделать. Ой, ля пердолина! Вот это вот интереснее, потому что здесь не как на Луне. Ты не как дубил. Это огнемет, ёб твою мать? Гори в аду, танчила мой. Давай. Жарь его. Жарь. Ёб твою мать. Это огнемет был, ребята. Это был огнемет, охренеть. Я тоже хочу прожарить кого-то. Могу ли я кого-то прожарить? Пожалуйста, Артём 04. Да бля, направо-налево поворачивай, пиздюк, их много. Наламываемся, мальчишки. Они лечат друг друга? Что они делают? У них обмен какой-то? О, сгорел пиздюк. Сгорел на работе, ребята. Еще один сгорел. Так, хорошо, мне это нравится. Уничтожай врагов. Что это за аирдроп? В аирдропе тоже какие-то девайсы, да, есть? 1, 2, 3 у нас есть обилки, да? А, вот, я могу защиту активировать. Все, понял. Обилки есть, ребята, становится интереснее. Становится жарко. Становится очень жарко. Так, а что я еще могу? Прицельный огонь. Там сзади какая-то плазма херотень в меня стреляет. Горите, ребятки! Так, этих я поджечь не смогу. Мне, наверное, с огнеметчиком лучше держаться, наверное, подальше от всех. Блин, я хочу все больше и больше посмотреть разного говнеца на самом деле. Вот так вот усиление урона, ребята, я активировал. Вот так вот. Двойное убийство! Triple kill, motherfuckers! Это модуль, короче, такой, я понял. То есть я могу в любой момент себя бустануть. Вот это уже мне интереснее нравится. Это точность прицела, как я понимаю, да? Тут 6 минут есть для того, чтобы... Блин, я хочу все осмотреть, ребята. Мне кажется, длины, скажем так, моего обзора не хватит для того, чтобы насладиться полностью. Так, там жарево. Ох, пиндюки. Нет, я убил его, ребята. Я взорвал его своей тушкой, своим тельцем. Так, давай, нажаривай. Сейчас мы всех вас подожжем, петущары. Петушки, петуща. Тихо. Кстати, довольно маневренный на самом деле у меня танк получается. Он там защиту какую-то активировал. Да, он какую-то защиту активировал. Ну, 6-5 идем, в принципе, для огнеметчика, да, такого вот, как у меня. В принципе, у меня все довольно хорошо получается. Тем более, я играю, ребята, первый раз. Посмотрите, Black Tiger какой-то нападает. Давайте вот этого сейчас сожрем. Вот этого огромного мне надо охуярить. Защиту активировали. Защиту. Прожигай же его! Бля, он накаляется, но ему вообще похер, ребята. Вот это вот огромный мощный танк какой-то. Я не знаю, что с ним не так, но он, по-моему, слишком сильный. Так, Тимка. Сейчас Тимке придет пиндец. Смотрите. Тимку прожарили. Разворачиваемся назад. Активируем троечку. Тихо! У меня же была активирована троечка, ребята. Так, ладно, хорошо, это я понял. Я хочу все посмотреть, прежде чем понять вообще, что да как так, сменить модули. А, пушка, корпус, внешний вид, скала. Ух ты. Граффити, скины.
скины. У меня нету пока таких вот скинов. А давайте мы-ка сделаем, сменим пушку. Пушка это интересная. Что это такое? Твинс стал одной из первых пушек будущего корпорации Антеи. Появилась она благодаря упавшим с неба кристаллам. У нее есть покрытие и снаряды. Подождите, снаряд я тоже смогу сменить, да, наверное? А, мы можем цвет сменить снаряда. Давайте вот эту пушку посмотрим. Мне понравился тот чувачок, который играл с такой же вот пушкой. Мне это реально понравилось. Так, мастерство. Так, а что это такое? Что за мастерство? Играть. Это я вышел, что ли, из того поединка или что? Бля, луна. Луна, ребята, все разлетаются. А тут против нас никого нет вообще. На Луне никого против нас нету, к сожалению. Так, а как мне режимы игры-то найти? А, когда ты меняешь пушку, ты не можешь со всеми, что ли... Подождите, баланс какой-то происходит? Изида, мобильный ремонтный... А, это ремонтная установка. Гром. Ну вот, например, я хочу с Громом поиграть. Это очень странно. Мастерство 9... А, Deathmatch. Capture the flag. Здесь же куча режимов. Team Deathmatch. Ух ты, очень много, большое количество разных карт, ребята, у нас присутствует. Во, огромный замес, посмотрите. Огромный замес, я хочу в огромный замес, понятно теперь, здесь видно комнаты. Я хочу в огромный какой-нибудь замес попасть. Нифига там 17 из 16 танков, ребята, собраны. Deathmatch здесь просто 5 из 16. Вот здесь вот накидывают уже кому-то. Давайте попробуем вот с этой пушкой. Все, теперь стало все более-менее понятно. Надо какой-нибудь маневренный корпус еще найти. Ну вот здесь вот на Луне, кстати, играется довольно непонятно, потому что здесь огромный такой мир, да, у нас. И ты подлететь постоянно пытаешься, точнее, сам танк подлетает. И это немножко бомбит от этого. Посмотрите, как корпус передергивает. Давай. Давай. Вжаривай! Как еще надо ему? Вот, наконец-то. Вот ему. Ой, здравствуйте, сэр. Здравствуйте. Здравствуйте, двойное убийство. Даблкил. Вот это уже интереснее, ребята. Защиту мы какую-то взять можем эту активировать или нет? Ой, а вот и нас прижимают, ребята. А вот и нас прижимают, и танк откидывается. Ну, довольно интересная пушка. Но мне кажется, мой конкретно вот этот вот робот, он... робот, блин. Мой корпус, он не мобильный. Как по моим ощущениям. Вообще не мобильный, вы посмотрите. Посмотрите на это говно. Перевернуться обратно можно как-то? Переверните меня обратно, делит. Самоуничтожение. А, это самоуничтожение. Нет, самоликвидироваться я не хотел. Самоликвидироваться я не хотел, ребята. Но, к сожалению, меня самоликвидировали. Самоликвидировали меня. Так, тихо. Тихо. Да, кстати, ребята, кто хочет со мной попробовать поиграть в эти танки, то ссылочка будет, естественно, в описании. Ссылочка будет, естественно, в описании. Может, попробуем покатать. Мне нравится такая динамика. Мне нравится то, что здесь есть большое количество аркадности. Я люблю аркадные игры. Я не люблю симуляторы танков, вот как именно симуляции. Потому что они, мне кажется, эти игры довольно медленными. Здесь, конечно же, есть динамика. И, соответственно, ты довольно быстро получаешь удовольствие. Не люблю сидеть там долгое время. Ну, просто там, вот как знаете, есть симуляторы танков. Я не говорю про World of Tanks, а про другие игры, которые... Ну, в принципе, ты просто все, что ты делаешь, это большую часть времени ездишь на танке. По кому-то постреляешь, а потом полчаса сидишь где-нибудь. Либо еще что-то. Когда у тебя есть скорость движения и прочее, здесь все быстро, эффективно, интересно. Респаун довольно быстрый. Это круто. Это мне очень нравится. Так, вот эта пушка мне не понравилась, если честно. Это что за херотень? Вулкан. Давайте возьмем вулкан. Давайте теперь попробуем сменить другой корпус поставить. Давайте попробуем сменить корпус. Сменить модули. Сменить корпус. Давайте сменим корпус на маленький мобильный. О, мне вот этот понравился. Мамонт, ребята. Давайте на мамонте поедем. Ух ты, Team Deathmatch! Team Deathmatch до хрена народу. И опять же, блин, гравитационная эта карта. Ну, давайте посмотрим на пушку. Вот, кстати, здесь значительный... Здравствуйте, сэр!
Это с чего я стреляю? А, это пулемет, им надо зажимать, ребята, я понял. Но его, по крайней мере, так не подкидывает этот танк. Да давай, братишка. Давай, братишка, езжай, я тебе жопу подтолкну. Так, тихо, спокойно. Внедряемся вниз, мистер Александр. Ёб твою мать! Как меня бомбит от этого! Нет, я больше не хочу играть на Луне. Луна не мое. Не, Луна не мое, ребят. На Луне я точно играть не хочу. Луна мне не очень понравилась. Луна — это такая, может быть, кому-то интересная карта. Но мне как кажется, что... А, нет, я не для Луны точно, ребята. Вот это вот постоянное переворачивание от этого только жопу разрывает. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Здесь можно и танки, и пушки протестировать. Сейчас посмотрим. Давай. Ты стрелять будешь? А, она слишком долго заводится. Она в одну точку смотрит как-то. Подождите, а почему она... А, она медленно довольно поворачивается. И ты должен следить за поворотами. Ни хрена себе. Вот это я понимаю, симуляция боевых действий. Так, тихо. Поворачивай, 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 братюнчик. Давай, краши. Не, эта пушка тоже мне не нравится. Этот модуль меня только раздражает, ребята. Так, а если вот так? А если вот так вот вжарить? Вот это мне уже нравится. Подождите, это интересней. Так, 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 так. Мой розовый танк девчачий всех нагибает. Вот сука, а? Вот маленький сучонок. Подождите, эта пушка нет, это не по мне, это не мой стиль. Это не мой стиль, ребят. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, 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 посмотрим с вами. Вот такую песосочку. Шафт называется. А сменим также корпус. Давайте сменим корпус на... Во! Маленький, но с большим дулом зато. Вот это мне нравится. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю танк, ребята. Маленький, удаленький, но с огромным дулом, ребята. Вот это да. Так. Вот эта карта прикольная. Новая карта, ребята. Такой я не видел. Посмотрите, как мы носим. Вот это мне. Это мое. Эй, ты чё? Пиндюк. Ты чё, петушок? Петушок, ты чё, блин? Чё, петуши? Это был мой фраг. О, меня повысили. Меня наконец-то повысили. Это был мой фраг. У меня украли фраг, ребята. Так, хорошо. Прокидочка. Тебе пинда? Нет, мне пинда, ребята. А минус этого корпуса в том, что им нужно издалека отрабатывать, как мне кажется, вести отработочку. Мне кажется, им нужно издалека отработочку вести, потому что он довольно... Вот так вот, здравствуйте. Пошел нафиг. Так, хорошо. Вот это вот мне уже динамика игры начинает нравиться, ребята. Промазал, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да. А как бы мобильность, скорость у этой платформы довольно хороша. То есть ты как бы мобильный, но здесь получается лучше отрабатывать издалека. Потому что есть большие проблемы с количеством ХП, ребята, как вы видите, да? Танк довольно быстро взрывается. Скорее всего, такие корпуса мобильные лучше всего использовать как раз для, соответственно, для того, чтобы подальше от противника находиться. Так, сейчас прокинем. Но смещайся. Вот этот медленный, но у него огромное количество ХП. Вот у него огромное количество ХП, как я понимаю, да? То есть мне вот такой вот корпус нравится, в принципе, по мобильности, да? Он очень мобильный. Но мне не понравилось то, что он такой дохлый, ребята. Может быть, выбрать что-то среднее? Может быть, что-то среднее выбрать, типа... Ну, Мамонт, понятно, это большое, Хантер, это стандарт. Ну, давайте попробуем Мамонта, ребята. Я видел, что Мамонта прям используют очень хорошо. Так, внешний вид. Скала, скины, краски. Краски. У меня же были какие-то красочки. О, я же могу купить, ребята. Коррозия.
покупаем коррозию. Покупаем коррозию. На пушку мы. Покупаем. Так, шафт. Оо! Давай. Давай. Вот такое золото, ребята. Вот это я понимаю. Вот сейчас я буду накиндеривать. Вот сейчас мы будем... Это опять на Луне. Не хочу гравитацию. Пожалуйста, не надо мне гравитацию. О, нет, это не гравитация, слава богу. Ну чё, донатерский танк проехал? Донатерский танк здесь, уважаемые сыры и сырихи. Донатерский танк... Это что там за говно такое? Ты чё, петушила? Петушила золотой гребень. Чё, стрельнул, да? Сейчас пиздюлей получишь, маленький. Ау! Не я же! Не я же! Там тоже золотой какой-то гребень, ребята. Так, тихо. Ой, извините, пушка неповоротливая. Извините, я сейчас, пацаны. Я только наведусь, все будет хорошо, пацаны. Пацаны меня накидывают. Откуда вас здесь столько? Господи. О, получил. Получил это скорость вообще или что? Или реген я сделал, непонятно. Да, ребята, здесь нужно приноровиться. Приноровиться. Мой первый раз показывает мне то, что здесь довольно интересно динамика устроена. То есть, тебя резать может посреди противника прямо. То есть, точки респауна никак не зависят от наличия противника на нем. Это довольно интересно. Ладно, давайте. Давайте посмотрим, что у нас здесь будет происходить. Тик-тирик-тирик-тирик-тирик-тирик. Вот эта карта моя любимая. Прям мне она очень сильно понравилась. Вот эта карта, она мне очень сильно понравилась. Вот эта карта, я понимаю. Так, тихо. Тихо. Тихо, спокойно. Откатываемся назад, откатываемся вперед. Вот, минус, хорошо. Так, здесь я промахиваюсь. Чувак, перекрой меня. Да хватит по мне шмалять-то, вы, блин. Полечи, маленький. Мне главное нацелиться. Так, хорошо. Ай-яй-яй, я там уже с другой стороны. Юра какой-то уничтожает меня. Юра, откуда ты стрелял, Юра? Бля, не успел навестись. Тут вовремя смещаться нужно просто. Так, вот поэтому мы просандалили. Здесь меня хилят. Ай-яй-яй-яй-яй. Лечи, братюнчик. Ну, давай же. Так, хорошо. Кто там еще? Там еще пиндюк. Так, замечательно. Ребята, хилочка нужна. Хилочка, ребят. Блин, мне нравится эта динамика. Вот сейчас мне прямо уже прям вкатывает. Реально, не просто было понять сначала, но теперь я, в принципе, понимаю, как здесь тащество происходит. О-о-о-о-о! Так, ладно, давайте посмотрим другую песосочку. А давайте посмотрим теперь, блин, столько всего хочется посмотреть за обзор. Столько всего интересного на самом деле. Так, внешний вид, характеристики. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Так, пушку. Давайте посмотрим, мы сменим на какую. Вот эту я не видел, да. Молот. Когда молот появляется на поле боя под кунгуром, казалось, что он такой ранен на танковой войне всегда. Так, ладно, берем его. Этот корпус я оставлю. Меня интересуют замесы. Все замесы, кроме Луны. А что-то на Луне слишком много народу. Я... Не понимаю, с чем это связано. Вот Team Deathmatch за вот этих пацанов. Давайте посмотрим, что у нас из этого выйдет. Фуф, оу! Еще круче карта. Ёлки-палки. О, здравствуйте. Здравствуйте, сэр. Вот эта пушка. Вот это. Урон, конечно, не такой большой. Но она и чаще стреляет, очевидно. Как мне кажется, да? Да нет. 833? 833 я прокинул по пацану. Вот эта пушка прикольнее, которая часто стреляет. Вы видели, да? Бля-бля-бля, петушок. Петушок уехал. Это я скорость дал, надеюсь, себе?
О, нифига, она как дробовик, ребята, я понял, она в упоре работает. Это дробаш. Это дробаш, короче, ребята. Эта пушка, это чистый дробаш. Вот так вот, 793. Все, теперь я понял, почему это было именно так, ребята. Потому что я ездил на чистом дробовике, как я понимаю. Эта пушечка отрабатывала как дробовичок. Как дробовичок-старичок. Вот здесь вот, видите, маленький урон, сейчас в упоре. Сейчас в упоре будет вообще дико. Да, дабл килл. Ой, я думал, сейчас будет трипл килл, ребята. Да, здесь дробаш. Здесь, по идее, нужен корпус помобильнее. Вот, отлично. Вот, отлично, ребята. Вот эта прокидочка пошла. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Мы тащим вроде бы. Так, тихо. Смещайся на смещениях, на смещениях. На смещениях отрабатываем. 598. 875, ребята. Вот это да. Вот это. Слушайте, мне интересно, мне понравилось. Единственное, что, наверное, модуль ему нужен побыстрее на самом деле. Пошел нахер. Пошел, не езди здесь никогда больше. Рядом со мной не бегай. Не бегай, мой хороший. Так. Там еще у нас контейнер. Давайте посмотрим, что будет дальше. Так, здесь у нас тоже херня. Ой, сейчас тот получит. Лаландрию. Вот это вот огромного. Triple kill, motherfuckers. Triple kill, fuple kill. Да. Десятирапл kill. Эти, кстати, ребят, напишите мне, кто уже ультракилл. Давай, жарь! Давай! У-ху! Серия из 5 kill streak, motherfuckers. Ребята, напишите мне, кто уже играл, играет в эти танки. А, реально, как, что вы думаете по поводу... Вот сейчас мне динамика чисто развлекуха, просто божественная, ребята. Просто, вы видели? Я просто всех уничтожил с дробовиком. Они ничего не могли сделать. Трипл килл, фапл килл, сосапл килл, трибидирапл килл, ундрибирапл килл. Это просто невероятно был. Ну что, ребята, я думаю, на этом обзорчик мы закончим. В общем, если вы хотите еще, я поиграю в Танки X еще. Я не ожидал, что у меня будет такой промокод, но мы зато посмотреть с вами смогли довольно большое-большое количество всякого-всякого разного. А, что я вам хочу сказать? Естественно, кто хочет поиграть со мной, добавляйте меня в этой игре в друзья. Может быть, поиграем обязательно. Вы будете запрыгивать в мои бои, как я понимаю. Здесь, наверное, это так работает. Ссылочка на скачивание игры в описании. Пишите, что вы думаете по поводу этой игрухи. Ну, а мы увидимся уже на новом видео, друзья. С вами был Шиморо. Всем пока и до новых встреч. What's up?